Здрасте, представьте, пожалуйста. Павел, Юнилевер. Как прошла игра? Игра, ну, в первом тайме плотненько было, 4-2 закончили, а дальше уже там 12-13-3 раскатали, был второй тайм простой. Но вначале, пока ребята еще бегали, было тяжело чуть-чуть. Какие планы, настрой на следующий матч? Да, на все. Что-то поменять? Строй, всех выигрываем и все. Турнир брать. Да, не, сегодня команда хорошо собралась, поэтому да, должны выигрывать. Спасибо, удачи вам. Спасибо.